Тряся кулаки, смарт-кью каски, как огурчик, кресты. Войд, давай, короче, после ребра спекнешься сразу, чтобы помочь трэш. Ты по-любому будешь третьим танком на леди. Все ли в аркады зашли? Ой, нет, 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 рыбу ем. Маху, давайте. Пофиг, нету, нет. Ну, каску я всем дал, вроде. Тебе. Лапы. Наверное, так вас не было. Пьем все фласочки пьем. Алло, скажи там дел что-то. Еще токен. Рос, давай. Рос, дайте. Плети. А чё ты бэм? Шипы разбили. Походи, скоро будет. ДК,
Ты юзаешь ЛППКД? А то я смотрю, у тебя Мараксус агро рвет. Слышно, просто все молчат. Плюс они те, кому осколки нужны в рейде. Пиздец. У меня тоже квест. Нет квеста. Ну, что стоим, варить одну кучу. Может кто-то зайдет. У всех лаги, блин, на ребре, а вообще пипец, экран висел. Да нет. Ага. Сегодня, я так понял, раски тоже не было, да? Навряд ли. Ага, не будет. Ну, может, еще Олег зайдет, как не соберется. Ну, пойдем. Кстати, кто там вчера про это бошку уносил? Да. Копар. Копар. Сотку кинул. Да, мне Олег уже рассказал, я только зашел. Там расскажи, тут же солчата люди еще есть. Ой, а наручи случайно не упали? Великие бьете слева, РДД справа. Да. Джаспан, ты здесь? Роги нету. Все, зашел он. Кое-что. Контроллер раздаем,
Демона БР дайте. Юбку бейте, а? Теперь я просто утяну. Диспельте проклятие. Когда я у меня сейчас? Капельки не забудьте. Леди, леди, леди. Сука. Может завис. Ну тогда да. Не надо его поднимать, на нем столовка должна быть. Если не стоит, значит он завис. Я ему сейчас пишу, он не отвечает. Подводи к трэшу. Мне кажется, самый тяжелый босс для протопала в этом толка. Вот этот леди. Не, ну они разбегаются, пиздец.
Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес 15. Уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если мы посмотрим. Слушайте, то еще сможете его нагнать. Ну-ка, да, блять. А уебилось по трэшу, да? Мор кинул нахуй все. Уменьшенного он не бьется. Не 100% пьет. А если мог по трэшу, да, таргете, то ты ему бьешь фул дамаг, а если нет, то 10. Агри на себя такая, танчи. Короче, смотри, этим ликом смерти уебал, у тебя дебаф повесился от лика смерти. И желательно этим ударом плети ебашить в это время. Ну ты понял, какая дебаф-то повесился? Значит, сделай порчи. Я тут. Запускай. Этот поворот в последнее время такой странный стал, вообще пиздец, просто не узнать. Такую хуйню мутишь. Такой. То не бьешь, то что-то агришь, что это пиздец. Ваш возраст, это разрешено. Фотон почему? 6,4 ты надамажил 9000, блядь. Потому что я мало знаю. Сколько валерика тебе? Дедушка гранату нашел. Кинок, гранату играть сам. Два слова. Валерик, я тебе 35 бросил, а но дедушка старый, и нам все равно. Ты же на улице постреляешь, что маслину словил? Я на улице постреляешь, что маслину словил? Ты его сейчас вспоминаешь. А чё у меня все пропали на корабле? Спрыгни с корабля. Чай народ на стрелку поиграть. А ну, последние они более-менее стабильные. Тебя наебывают, но вылетаешь. Да, но было. Они сложные очень. Кто тебя с пистолетов с двух пуль сложит? Ха-ха-ха-ха.
Ай-яй-яй. Ты думал, как Вове будет? ХП тик-тик-тик, а ты такой за деревом хил-хил-хил. Ну там сестренку ставить, надо сразу этот спамер ставить, чтобы спамилось что угодно, там броня, артефакты, там артефакты на броню ставишь и на ХП, то нормально. У вас 10% на успех демона и Африка. Присоединись ко мне. Да сранец, блядь. Перейди на мою сторону и на демона, Африка, подруга. Да, я все равно не буду одевать, у меня сметка все пока все нормально. Кстати, я тоже на тапки либо пояс. Пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня ты про трэш скажи. Исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Роспол. Во имя короля меча. Да ты не агри, когда он на мне, ДК. Ламро, стань поближе немножко. Ламро. Кровью.
Блять, а чё с ДПС вообще, я понять не могу. Ну, что-то жопа какая-то вообще, блядь. 6К, блядь, ты говоришь 18 дашь мне. Слушай, капок, я тебя передамажу. Красавчик, хули. А знаешь почему? Потому что ты в Африке. Там у демона да, кстати, просто не бил. Больше две, блядь. Войд, Войд, а вот, слышь, а вот скажи, с кораблей плащ не упал на ДД? Слава, мне надо такие. Ламбруас, Ралуши. Хаба там. Не, это поймай. Не, хаба, хаба, хаба уж. Грас тебя, хаба, первая триня. Да, у него чешка. А, есть уже чешка, да? Вчера, да, я забрал. А, он вчера чешка, сегодня нихуя себе, нормально так. Сука, чё с ДПС, понять не могу, чё так мало дал, бля. Хайп демона не бил. Протопал АФК 2 минуты. Танчить кто будет? Маги? Так, а ты чё, корабль тоже в танка шмоте или чё бил? Ну, а там по трэшу стакается, да. Я просто не нанхолика. Не спал. Напало это тоже уебищ. Бой, ты вроде недавно говорил, что паладин уебищный класс. Так, уебищ.
Понятно, в рейд не дисплейлит. Дека танчи. Так а когда у тебя вот эти стаки, ты не забирай меня обратно, если я забрал. Бля, ну ты ей говоришь, учишься, а сам сидишь и молчишь, нихуя не говоришь. Нахуй, какой из тебя учитель? Да, ты... В прошлый раз с Шананом, который тоже ничего не объяснил. Ой, вот теперь забери, забери. Дока. Обычки до проф ходи. Шезара, поднимите. Всем привет. А будет объяснять нормально. Не, ну ты это все бы ей сказал уже в конце, когда мы на лече были бы, и все, чё? Чё там, кто нужен? Так ты до собак ты ей говори, а не после. 4 ШП, 3 мага, хант, протопал. А и ссылаюсь. Угу. Чё мне, на рейндж? Кто ты? А сова чё? А Гэндальф тоже на рейджу, да? Окей. Окей. Да, здесь. Барахис.
Рост. Рост. Геру. Еще чуть-чуть от... назад. Маш. Еще можно. Отлично. О, заебись, поставили, распределили. Пиздец. Какого Войд, иди спать. Смотрите, кто лежит, запоминайте трупы, вот дальше все. Это и есть та цепочка. Блок, шаман и маг. Да, проще просто трех, кто рыгнул, и все, блядь. Блядь, да по аддону посмотрите, на кого кинул. Вот и все, блядь. Чё мозгу ебить? Цепочкой стали там 3-4 человека. Оно по цепочке кинуло, вот и все. Демон под боссом был. Демон был под боссом. Потому что он тоже получил блюдню. Да-да-да. Да, тебе говорю, наринжуйте. Он на метаморфозе подлетел просто. Он сказал, что на метаморфозе пробежал. Без костра. А, это не он сказал. Ой, да зачем ее заменять, если ты ей сам говорил, давай иди, давай научим.
Теперь можешь поближе к боссу подойти. Пошел, заберите, там точку прижми. Точка не помогает. Объект упал, Гэндальф. Ого, да я поэт. Да я уж не буду рой, чтобы ПР не портить. У нее ПР выше, чем у меня. Да какой нахуй за фул объект, блядь, отдавать? Да. Это же не Талик, блядь. Нахуй вы ролите тогда?
Ой, это что объект за 10 ушел? Тем более, он аркан это без стриня на него. А он аркан. Да. Даже встать некуда. Там приют. Там стояло. Хилы. Хильте, короче, я сейчас заберу босса. Танк. Столько газа, я его даже чувствую. Идите, сдайте. Это один. А шарните сначала КВ, вот этот на 5 лет, дайте. Он не предлагается. Код ты уже сдал или нет? Нет еще. О, тогда я быстро пойду возьму, а то мне надо лед.
ты дал больше 6к. И чё здесь такого, блядь, биса выпал, нахуй не может дать, блядь, топ-1? Только когда ты не трисы. Ну, типа сейчас трисы что тебе отпускает все, да? Особенно Войд и там и Гэндальф. И ты молчишь, да? Пельмень поймал, как и я. Да, смотрите, пожалуйста, смарт-кью и кота. Простите, какой квест? Понятно. Короче, я ж был в обычке. Да. Есть у вас хотели? Ну что-то устал уже. Ну, я могу зайти вместо кого-то просто подамажить полу ДП на своего персонажа. Кто так хочет сделать? Гэндальф может сделать, потому что у него ДПС меньше, чем у топа. Давай я тебя заменю, я тебе ЕП кину. Пул получишь. Ой, не забудь мне докинуть 240 ГП. Давай, пати вот сюда. Тебе там шмотки не надо? Ты не сролишь ничего уже. Да, ППР. Ничего, я просто понимаю, что лучше ты подамажишь, чем я. Больше ДПС буду. О! Давай ты отдохнешь. Прикольно. В рейде линия, который ливал с нашей гильдии. Интересно. А, он опять гильдия? Спасибо большое.
Ладно, давайте за 30 минут пройдем на фул. Пошло в... Кирсин готов. Мараксус, Кирсин, Шизар. Что, мы наконец-то фулим? Подожди. Это Герсим тут? А, вижу. Все, иди пей стол. Дайте каску по престу. Каску по престу дай. Подожди, не пуляй. 7 секунд ждите. Этот, Smart Q, дай каску по престу. Я в кукле. Это да, как огурчик, дай каску по престу. Все, пуляй. А какой ДПС рейд до нас выкидывал? Не, 207. О, как вчера, прям. Начинаем стопать по профу. Стопать и по профу. 83 уже. 82. Подводи профа к зеленому слизню. Играйте в зеленого слизня все. ДД, хилы, дистанцию набрали все. Хейзенберг, убей дистанцию. Бежали в череп. Добивайте на расстояние. На расстояние добивайте слизня. Переводим профа. Переводим профа. Маком зеленая добавка к столу. Маком красная. Уже, блин, красного. Сними все ДБМ, меня столько оставь. Сбежали в цель зеленого. Молодец, Копар. Отбежали к столу все. Отбежали к столу. Скоро смена цели красного будет. Отбежали к звездочке. Смена цели красного. Боб по хабе. Кто может, умоляю. Любимно. Ну, повезло. Очень сильно нам повезло. Ценой колоссальных усилий никто не умер в этом рейде. Давайте в красного РДД играем. Пельмени отбежали. Катона ловит пельмени. Давайте в красного. Рудеус, давай гимна ману. Миленький, бьем красного. Сейчас появится колда. Или мешечки. Ха-ха-ха, да? Останешь? Не. Феррус, поднимай Шизара, пятая пати. Быстрее. Давай. Линия, давай гимноману. Сыграли все зеленого слизня. Отошли к звезде все. Играем в зеленого все. Милики отбежали в РДД зону. Отбежали в РДД зону, милики. Все, сбегаемся в череп. Разбежались. Ставьте тотемы на ману, шаманы. Пою гимн. Мракс, чего передай? Да, зачем? Да. Давайте в красную играем. 5% до переходки. 4. 2. Красного играйте, милики в красного. Милики в красного. Не бейте профа пока. Все, переводим профа, колба. Отведи. Тут с этой чумой. Давайте все к столу. На ком зеленая добавка к столу. На ком красный бьем уже красного. Давайте рост. Криминал хилим. Отбежали, на ком зеленый добав, везде отбежали.
такое на дай? Боб есть? Дайте шазару и нарастись кто-то. Нет уже. Анадай, подымай Трисию. Я отлагаю, да. Стой. Шазар, подымай Джулиана. Протопал, забери босса. У меня маны нету, чтобы рисовать. Паладин, давай, быстрее, 400 стака. Баночку дам. Колбы. Стак забрал. Стаку сейчас на четвертом стаке прожимай. Дай луки тебе сразу. Кант включает двух стай, побежали дальше.